שבת שלום. שבת שלום всем. ואני רוצה לדבר טיפה על הפרשה שיש לנו פה. Хочу немножко поделиться с вами об этой недельной главе. כשקראתי אותה, אני שאלתי את עצמי שאלה אחת. Когда я читал, то я задался вопросом. ואני רוצה לשאול אתכם, האם אתם שאלתם את עצמכם אי פעם? Я вот хочу вопросить вас, задавали ли вы себе такой вопрос? יכול להיות אתם מכירים, אולי אתם עושים את זה, אולי ראיתם שמישהו עושה את זה, אבל בתרבות היהודית, כשכולם, כל המשפחה יושבת סביב שולחן בערב שבת. Может быть, вы видели такое или участвовали в этом. Есть еврейская традиция, когда вечером в пятницу вся семья собирается вокруг стола. ואב מברך את הבנות על שם רבקה, לאה, רחל ושרה. И отец благословляет девочек по имени Леи, Рахель и Ривки. И мальчиков он благословляет как Менаше Эфраима. Как написано в Бытие 48, 20 стих. Беха еварех Исраэль леэмор, ясимха Элоим кеэфраим уменаше. Вот слова, которыми Израиль благословил их в тот день. «Благословением вы станете для израильтян, они будут говорить, благословляя друг друга. Да сделает тебя Бог подобным Эфраиму и Менаше». И вот тут я задаюсь вопросом, почему мы должны благословлять своих детей их именем? Кто они такие? Что они особенного сделали? כן, מבחינת הבנות זה מובן, שרה, לאה, רחל, רחל ולאה. זה כאילו מובן למה, כי הם האימהות שבעצם בנו את כל עם ישראל. По поводу девочек, здесь все достаточно понятно. Четыре женщины, в честь кого мы благословляем девочек, это наши праматери. Но почему мальчиков мы благословляем именем Менаше и Эфраим? למה שואלים, למה מברכים Менаше ואפרים? Почему именно они? אז אני טיפה אספר מה הולך פה בפרשה. Я немножко вам расскажу, о чем здесь говорится в этой главе. אז סוף סוף יוסף ומשפחתו, כל המשפחה, כל האחים, סוף סוף התאחדו אחרי כל המריבות, כל הבעיות. После длительного процесса вся семья наконец-то собирается вместе. והם גרים עכשיו במצרים. И сейчас они находятся в Египте. ואחרי כמה שנים טובות שהם חיו ביחד, יעקב מזדקן ועומד ללכת לעולמו. И после периода, в котором они находятся в Египте, Яков старится, становится старым и уходит в мир иной. ויוסף מגלה על זה שיעקב כבר חלש, הוא בא אליו עם שני ילדיו. Иосиф замечает, что отец уже становится слабым и приводит ему своих двух сыновей. מנשה ואפרים. אפרים ומנשה. ויעקב לוקח את עצמו בידיים, כי הוא כבר חלש, הוא לוקח את כל הכוחות ומנהל שיחה איתם. יעקב собирается силами, встает и начинает с ними разговор. והוא מבקש מיוסף שיביא לו את שתי הנכדים, את שתי הילדים של יוסף בעצם. И он просит Иосифа, чтобы он дал, привел ему вот этих двух сыновей. כי הוא רוצה לברך אותם. Потому что он хочет их благословить. ויוסף מבין את הדבר הזה, והוא בכיף רוצה להביא את הילדים שלו, והוא כבר בראש מתכנן איך הוא ישים את הילדים. И вот Иосиф уже понимая эту ситуацию, он заранее приготавливает своих детей таким образом, которым он хочет подвести их к отцу. אז כמו שרואים פה בפרק הזה, יוסף לוקח את אפרים, שם מצד שמאל. И как мы здесь видим, что Иосиф берет Эфраима и ставит его с левой стороны. ואת מנשה מצד ימין ליעקב. И Менаше ставит с правой стороны. ומנשה הבוגר. Менаше, он более старший. שעומד בצד ימין. Он стоит справа. ואפרים הצעיר. А Эфраим, он моложе. וזה מובן למה. הבכור מקבל את יד ימין, הצעיר מקבל את יד שמאל. И это понятно, потому что старший, первенец, он всегда благословляется правой рукой, а младший левой рукой. ואז יעקב עושה מהלך מאוד נועז, נגיד ככה, שיוסף לא אהב. И Яков делает довольно странное движение, которое Иосиф не очень-таки любит. הוא מצליב ידיים. Он перекрещивает свои руки. כך שהיד שמאל הולכת על הבכור, ויד ימין על הצעיר. Так что правая рука идет на более младшего, а левая рука на более старшего. יוסף רואה את זה ומזנק ישר להחליף ולתמוך ביד שלו. И видев это, Иосиф сразу хочет как-то помочь отцу, подумал, что он запутался и хочет поменять его руки местами. אז הוא רוצה להחליף את הידיים ולסדר את זה כמו שהוא רואה את זה בראש שלו. И хочет это сделать так, как вот он сам это видел, Иосиф.
И можно понять, почему он так хотел. В чем проблема, можно спросить, ведь все нормально. Иосиф видел, знал всю эту историю народа Израиля. О Каине и Авеле. И что Господь принял жертву от Авеля, а не от Каина. И причиной была, это была причиной того, что один брат убил другого. И другая история, когда Иаков забрал первенство у Исава. И вот Исав все время гоняется за ним, хочет убить его. И вот мы видим, что в этой истории проблемная личность — это Иаков. Это не в первый раз, когда он делает такие вещи. Он взял первенство у Исава, и он берет полосатую рубашку и дает ее самому младшему сыну Иосифу. И он не был с первенцем. И это делает такую вот ненависть среди братьев, и они хотят даже убить Иосифа, сына младшего. Потом Иосиф идет в Египет, и все думают, что он умер, и так далее. Мы видим, что семья рушится. Из-за того, что младшего поднимают выше старшего. И Иосиф это знал и видел это. И вот, когда, наконец, вся семья приходит в мир и соединяется вместе, и Иаков снова делает эту же вещь, повторяет эту вещь, и берет младшего, ставит выше старшего. И когда Иосиф передвигает, хочет передвинуть его руки, Яков двигает Иосифа в сторону. И мы видим, что выбирает он этого сына младшего не потому, что он был более физически здоровым или сильным. И не потому, что он был более образованным или старшим. Он видит это в духовной сфере, в духовном мире. И мы видим, что Менаше, он принимает это. И он соглашается с тем, что именно его младший брат Эфраим будет первенцем, получит благословение первенцем, а он будет вторым. Он принимает это с миром. И Менаше понимает, что у каждого есть свой путь, есть свои таланты. И он не ревнует Эфраима. Он не поднимает руки на него. И Яков впервые в истории видит, что старший брат из-за этого не поднимает руку на младшего. Из-за ненависти, из-за зависти. И как мы видим, Менаше понимает, что у каждого есть свой путь. И мы в нашей жизни. Мы всегда на кого-то равняемся, такого какого-то идола перед нами. Это может быть какой-то образ, какой-то вымышленный персонаж или что-то, на что мы хотим быть похожими. И всегда мы хотим вот приближаться все выше и выше, чтобы быть как можно больше похожим на этот образ. И это да, важно делать это. Иначе мы просто будем сидеть дома, сложа руки, и ничего не делать. Но с другой стороны, важно выбрать именно этот правильный образ, за которым мы будем идти. Тут можно взять один урок.
Неважно, кто ты, какого ты статуса, какого ты образования, первенец, младший, это неважно. Господь дает тебе особые лично твои таланты, твои пути и дарования, которые касаются только тебя. Каждому Он дает что-то особенное, уникальное. Мне Он дает что-то одно, другому дает что-то другое. И мы не должны ревновать или завидовать друг друга. Мы должны со смирением принять тот образ жизни, который мы получили от Бога. Он дает нам таланты, дарования и дает нам инструменты воспользоваться этими талантами. И вот когда мы знаем вот этот путь, и мы знаем, кто мы есть, когда мы остаемся самими собой, а не пытаемся из себя вообразить кого-то, мы благословляем и Господа Бога. Я хочу закончить послание к римлянам, 12 глава, 1 с 1 по 6 стих. כדי שתבחינו מהו רצון אלוהים, מהו הטוב והרצוי והמושלם בעיניו. על סמך החסד אשר נתן לי, הריני אומר לכל אחד מכם, איש אל יחשוב על עצמו ליותר מאשר ראוי לו לחשוב, אלא יהיה צנוע באורכו כמידת האמונה שהעניק לו אלוהים. כשם שבגוף אחד יש לנו איברים רבים, ולא לכל האיברים אותו תפקיד. כך אנחנו הרבים מהווים גוף אחד במשיח, וכל אחד איבר לחברו. ויש לנו מתנות שונות, לפי החסד שניתן לנו. אם נבואה הרי כמידת האמונה. Римлянам 12:1-6. «Братья, ради милосердия Божьего к нам, я вас прошу, отдайте себя, свое тело Богу, как живую жертву, освященную и угодную Ему. Только такое служение истинно духовно. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но пусть Бог преображает вас, обновляя ваш ум, чтобы вы могли постигать, чего Он хочет от вас, что для Него хорошо и угодно и совершенно». По праву апостольства, дарованного мне, я говорю каждому из вас, не ставьте себя выше, чем следует, будьте скромны и судите о себе здраво по мере той веры, которую Бог дал каждому из вас. Вот, к примеру, наше тело, ведь оно одно, но в нем много органов и у каждого свое значение. Так и мы, хотя нас много, но в единстве Мессии мы одно тело, а в отношении друг с другом разные органы Его». Я хотел бы ободрить вас быть как Эфраим и Менаше. Смиренно принять тот образ жизни, который дал нам Господь. И найти для себя тот образ, к которому бы мы хотели стремиться, и в моих глазах это Иешуа. Спасибо большое.